Как я понимаю, администрация была организована некое совещание, да, по поводу ЖКХ, где призвано вроде бы информировать население, но по факту на самом деле все прекрасно понятно, что здесь только звучало про Мосэнерго, про Южно-Северный, то есть вот это, как скажем, компания, которая идет, да, она продолжается, естественно. Вопросы задавалось много, были проходные органы, был представитель ЕРКЦ, а жилинспекции, к сожалению, как я считаю, ни жители, ни я, как депутат, не услышал ответа на те вопросы, да, которые бы я хотел услышать на самом деле. Все-таки все сводилось к одной теме, и все пытались все время туда. Да, как-то даже про то, что капитальный ремонт, которые подняли вопросы, вот так в итоге и не рассмотрели, как-то обошли вот так вот стороной. Я так думаю, что задача была все-таки немножечко другая, не проинформировать население. Ну, это мое личное мнение. Всем понятно, что сейчас идет, как я считаю, передел рынка ЖКХ, да. И есть определенная задача, да, разбомбить, растерзать главную компанию. И правильно люди задали вопрос, говорю, хорошо, есть одна компания, а у нее есть погрехи. Понятно, хорошо, есть другая компания, тот же Сикар. Почему там никто не занимается, да? По теплосети уже полгода нам говорят, что дела идут, ни одного дела мы не видим. Товарищ, как говорится, кто там был директором и наворовал, да, мы все это знаем. Сейчас спокойно где-то там работает, его никто не трогает. Вопрос, если люди действительно призваны навести порядок, давайте будем объективны. Если же мы видим, что клюют кого-то одного, значит задача не навести порядок, а просто отобрать бизнес элементарно.